я вот теперь вот так вот выгляжу. Правда, это у меня не первый раз. Я уже такая 6 лет назад в Болгарии ходила. Поэтому... Хорошо. Мне жарко. Ну что, мои дорогие, вот хочу я сделать такое вот только цементное кашпо на участок. Вот я взяла, перевернула его кверх ногами, налила туда растительного масла. Развела цемент с песком. Сюда что ли поставить? Нет, наверное. Вот так. Не спрашивайте у меня, сколько и чего я кладу. Я делаю все на глаз. Маловато. Еще мешать. Маловато. Опять мало, что ли? Опять мало. Да, тут надо огромное ведро замешивать сразу. Мало. Так. Ну вот. Теперь ее поставить надо на ровное место, и пусть она сохнет. А мы сейчас возьмем за вторую часть. Сейчас в нее тоже нальем масло растительное. Тут брызгало. Ой! Все чумазы. То ее потом очень сложно будет вытащить. Дело. Она везде залилась. Она масло, чтобы везде залилось. Вот. Я в коробку поставила, чтобы она поустойчивее была. Сейчас будем опять цемент мешать. Ну и все, теперь заливаем. Ой! Ой, вся измазалась, набрызгала цементу на меня. Так. И заливаем достаточное количество. Сейчас я позаливаю, потом вам дальше покажу. Так, ну что, высохли. Сейчас будем вынимать.
чуть-чуть внизу там обломился край. Ну вот, собственно говоря, пусть она досохнет, потом я ее переверну, найду место, где поставить, и чего-нибудь посажу туда. Ну вот, цветочки я посадила, семена туда. Вот, будет теперь такое кашпо цементное на летней кухне. Вот. Ну и та пластиковая тоже найдет место. Вот, красить я ее не буду. Пусть такая цементная. Так что, мои дорогие, дерзаем. И у нас все получится. Ну вот, а в пластиковую посадила огурчик. Тут место хорошее. Ну, такой тенечек в основном. Жарко тут не бывает. Вот. Такой. Она большая по размеру-то. Ну, этот вазон большой. Ну, так что пусть растет огурчик. Дело двигается. Он еще перегною еще 4 мешка. Так-то. Уже везде его понасыпало. Все, тюльпанчики наши отцвели. Вон только там остались. Розовенькие, а так все отцвели. Будем ждать следующих цветов. Вот сделала еще одну досочку. Процесс даже не стала снимать. Времени не хватает просто катастрофически. Гости и дети отнимают очень много внимания. Такой лак желтый. Вот. Ну это... У меня просто очень много уже и видео этих. Жидкий акрил, флюид-арт, кто как называет. То есть вот делаю фон, а потом картиночку рисую. В этот раз у меня синий тигр. Вот. У меня неровно, но понятно. Так. Вот он сейчас один слой высохнет. И потом я... Ладно, я вам потом и расскажу, что потом. Ну, вот у нас один слой высох. Сейчас мы... Лак такой по дереву, желтый, хоть и написано, что бесцветный. Ага. Бесцветный. Опа. Так, ну все. Субтитры
и все. Сейчас высохнет. Ну и все, мои хорошие. Пока.